Реклама – это такая маленькая реклама, которую по телевизору показывают. Реклама – это то, что рекламируют люди. Это когда рекламируют, к примеру, какой-то йогурт. Это когда снимают какой-то йогурт, придумывают какой-то йогурт. Вот. Что такое реклама? Реклама – это то, что показывают по телеку. Рекламируют, например, разные вещи. Например, товары какие-нибудь. Моя любимая реклама – про Kinder шоколад. Еще я видел про Kinder сюрприз. Там все игрушки попытаются. Только сейчас дорого. Я прихожу в магазин, хочу, что видела в рекламе.